Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня трэш на английском сервере. Делайте кофеек, чаек, и мы сегодня с вами начнем выбивать супер лиса, лису, лиса, лиса. Короче, кто как его называет. Я говорил, что он будет в острове, я буду его тащить с острова, потому что ну, бессмысленно его брать, имея кучу пыльцы, забирать его с рынка. Ну, сейчас он уже дешевле, сейчас он 400 баксов ему стоит. Вчера были неплохие акции, но сегодня акции покруче, я выжидал, потому что нету смысла, все прекрасно понимают, что игра загибается, и нету смысла вливать сюда ресурсы, которые через день, через два можно будет влить в пару раз меньше. Вот, поэтому я даже думаю, 100% нам 3500 пыльцы не хватит, скорее всего. Как минимум 4500 надо будет. Так, что у нас тут? Настолки. Ну, до этого мы всего дойдем. Shopping Spree. Я уже показывал, Shopping Spree реально крутой. Видите, разгребает. Народ разгребает плюхи. Остается все меньше и меньше интересных плюх. Ну, на русском Shopping Spree мне больше понравился. Так, Jungle Balls Pack. Magic Lab, Скаунт и Островок. Поехали. 3510. 3510 пальцев у нас с вами есть на то, чтобы вытащить или хотя бы посмотреть, какой шанс. Ну, самое основное, это вот отсюда мы будем его ловить. Давайте сразу посмотрим. Барда у меня 125 осколков. Вот, в основном Барди сыпет печеньки. Ну, смотрите, как Бард падает. Алис в основном будет падать у нас за большую награду, за 10 попыток. Плюс 2. Начало уже есть. То есть, таким темпом, если он так будет падать, и он не будет падать с этого, вот смотрите, новые расходники сыпят. С обычных попыток, то есть вам надо будет, Мэри падает. Мэри у нас 120 тоже. Вот опять лис. Ну, в общем, поехали. Будем по чуть-чуть щелкать, чтобы смотреть и не прощелкать. Опять же, это все сейчас будет на почту приходить. То есть, как видите, шансы на него, он просто один не падает. Падают в основном осколки на других героев, на него осколки. Зефирка. Добавили сюда тоже зефира. Так, еще бардик. Еще плюс 2 осколка. То есть для того, чтобы его достать за... Вот 10-я эмблемка. Сумочки добавили. Так, забираем плюхи. Я зайду. Зеленые камешки найду. Их слить. Что-то мало я их слил. Бля, ладно. Один, я думаю, не поменяет ничего. Одно место. 660 попыток. Вот опять мы получили его только с большой награды. Ну, 10-е эмблемы тоже, я вижу, смотрю, падают. Неплохо. Еще лис. Мне кажется, в основном Барт падает. Хотя Мэри тоже, в принципе, неплохо падает. Но... О, вот один осколок, ребята. Первый осколок у нас с обычной попытки. Это просто писец. Так,
Зефир. Зефир, как видите, тоже не особо падает. В основном Барт Мэри, Барт Мэри. Ну вот 5 осколков Зефира. Хотя они, в принципе, где-то... А, ну их больше, понятно. Барда вообще десятка стоит. Ну и Лиса можно 5 вытащить. Ну, мы пока только один единственный осколок вытащили с этого. Ученик у меня было, по-моему, около 400. Сейчас посмотрим, забил еще печеньки, я посмотрю, чекну. Ну, Мэри полным ходом падает. Барт. То есть, как вы поняли, шансы вытащить лисицу. Собрать надо реально около 5К. Думаю, мы где-то 150 осколков это в лучшем случае соберем. То есть это будет реально потолок. Не более. Но десятые эмблемы просто сыпят. Просто сыпят. Нафига ковать их? Это вот реально, вот кто приходит новенький с донатом, ему намного проще вот это все собрать, нежели нам, старичкам. Сколько мы вливаем и сколько новый аккаунт создать, это небо и земля. Обесценивается. Вот смотри, нифига себе, 3 барда по 10 по максималке. Сейчас мы с вами проверим рандомчик от IGG. Сколько мы всего с вами получим. Такс. Ну а с вас, как обычно, лукасик, подписка, колокол. Колокол, колокол и... Ждите. Только реально падает с этого. То есть шансы на него, ребят, я бы сказал, 99%. Мы пока только один осколок вытащили с награды. Вот второй. 2 осколка. У нас было 600, где-то 70 попыток плюс-минус. Ну, мы потом это узнаем в процентуальном соотношении. Какой же шанс получить лисицу для бездоната? С какие... Ну, шанс... Я думаю, вы и так знаете, какой. Только задонатить, я имею в виду, какой шанс выпадения этого героя. Пока только 2 осколка мы словили. По одному. Поэтому я так быстро не щелкаю, чтобы было видно. Пятое. О, еще один. 3. Ребята, мы сэкономили 75 пальцев. Ну, просто печаль. Вот смотрю на эти шансы. 5 осколков, нифига себе. 8, ребята, мы сэкономили 200 пальцев с вами. Это просто жесть. 8, целых 8 осколков нам упало. То есть уже не 5, а 4800. Ну, если так подытожить, в итоге надо пальцы, чтобы его собрать. Нельзя было сделать, чтобы оно все падало сразу в этот алтарь. Ой, эмблемы тоже неплохо падают.
Получается, 4 раза он нам упал. 3 по единичке, 1 раз 5. Больше я пока не вижу. Просто его не вижу. То есть шансы GG просто урезали. И с каждым островом, как видите, добавляется все больше героев. То есть для бездоната это уже Unreal в ближайших, не знаю, там год это собрать. Ну, это нереально, я считаю. Просто нереально. Вот 88. Еще один. 9, ребята. 9 осколков мы бонусных получили. Бард сыпет, конечно. Жесть. 95. Девяносто семь. 99. 2000 уже ушло. Мы собрали половину. Плюс еще здесь есть вроде эти бонусные. Ну, плюс-минус. Я буду считать все равно 3500 своих ПЦ. Бонусные они плюс-минус могут быть у всех попытки. Бывает такое, что дается еще одна попытка. Тащить. Ну, расходников зато нахватали с вами нормально. 19. То есть мы соберем где-то, ну, порядка, мне кажется, так, 150 осколков. Ну, если там повезет плюс-минус, возможно, больше немножко. Но шансы вы сами видите какие. 133 осколка. То есть максимум потолок мы еще там осколков 30 добьем. На зефира посмотреть, какое, сколько у меня осколков было. Ну, Мэри, остальные, как видите, сыпят полным ходом. Вот 150, считайте, лисицы мы собрали.
160. Ой, там, по-моему, мне показалось, или один осколок был. Да, был один осколок, у нас бы было четное. 10 осколков, в общем, мы бонусами получили, получается. Все. Ну что, смотрим. 175. То есть, по сути, надо где-то в районе 4. Это если повезет вам. Даже больше, чем 4, я думаю. Считайте, 50. 50 пыльцы на 2. 500, ну, где-то 500, да. 4000 как минимум надо. Шанс выпадения. Сейчас на калькуляторе, а то башка с утра не работает еще. Мозг не варит. Калькулятор. Нам выпало 10 осколков. За 670 берем попыток. Плюс-минус. То есть шанс выпадения 0,01 и 4,15%. Ну, нормально. 0,01% для пистоната через 10 лес. 10 лет через 10 лес, говорю, соберет. Ну, это плюс-минус. Может, будут другие акции какие-то, где будут давать его по чуть-чуть, постепенно. Но это нереально просто. Я не говорю уже о других героях. Поехали проверим, какой шанс по попыткам. Барт. Мы собрали 600 осколков, ребят. 600 разделить на 670 попыток. Ну, 1%. Ну, плюс-минус. Плюс-минус 1%. Мэри. Да ну нафиг. У нас Мэри больше должно было выпасть. Это какая-то реально хрень. По-любому не засчитала кучу осколков. Не может такого быть, что Мэри выпала, Барда столько выпала, а Мэри выпала намного меньше. Судя по тому, как падала, ну не может быть. Мэри однозначно меньше не может быть. Хотя хрен его знает, может и так. На Мэри вообще получается 0,03% тогда. Ну, в 3 раза меньше. Ну, это реально какая-то фигня. Мне кажется, Мэри падала нормально. Хотя, может быть, кто его знает. То есть, Мэри тоже фактически мы не дособрали. Ну, Зефира, мне кажется, тоже не дособрали. То есть, в основном падает куча расходников разных. Сейчас мы на них посмотрим. Что там нам нападало? Ну вот этих прибавилось талант. Талантов я не смотрел, сколько там упало. Эмблем на улучшение. Рунок точнее. Дрейк. Ну, в этих добавилось прилично. 1002 почти. 44 перка, но это вообще ни о чем, честно говоря. Так, что у нас? 13 мешков, 18 эмблем десятых. Все. То есть вот такой вот, ребятушки, на сегодня шанс. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, и ждите видосика, я уже буду ее собирать, тестировать. Прожимайте лайки и пишите в комментах, что вы думаете после этого, кто такие IGG. Все, всем удачи, всем пока.